Всем привет, добро пожаловать, с вами снова Наташа Бо. И сегодня у нас бешбармак, который вы так давно просили. И булочки буурсаки, которые я приготовила сама, поэтому они такие чересчур золотистые. Ну, это просто произведение искусства. Давайте пробовать. Он с бараниной. Я его буду есть руками, естественно. Это так вкусно. Макароны и лук, сваренные в мясном бульоне, это просто божественно. Там внутри ничего нет. Обычное тесто, в раскаленном масле. Вкусно. Алло, это мое шоу. До свидания. Надеюсь, не обиделся.
Как вкусно. Подслиплись, да, немножко. Ну, очень вкусные, нежные.
Очень сытное блюдо. Все, уже последние кусочки. Так наелась. Очень вкусно. Спасибо вам, что попросили меня его покушать, потому что без вас я бы не узнала бы о таком замечательном, вкуснейшем вообще блюде. Ой, красота, да и только. Все, ребят, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, напишите, правильно ли я все приготовила. Вроде выглядит как на картинках, вроде должно быть правильно, но это безумно вкусно. С вами была Наташа Бо, до скорых встреч, пока-пока.